Всем привет! Я нахожусь на набережной Кутузова. Вот здесь видна Петропавловская крепость. И сегодня мы с вами прогуляемся по набережной реки Фонтанки. А вот она и набережная реки Фонтанки. Это ее самое начало. Вот он и летний сад, который сейчас на просушке, так как апрель месяц. Вот они, льдины, плавают по реке красиво. Наконец закончились морозы. Сейчас примерно плюс 3. Ветерок небольшой. Правда, пасмурно, наверное, будет несколько дней. Но я вижу, что освещение хорошее в камере. Все с световой гаммой нормально на данный момент. Летний сад. Вот там находится мозаичный дворик. Я снимал уже его. Синички поют, весеннее настроение, птицы кружат вокруг, все оживает потихоньку. Чайка.
до улицы Пестеля 300 метров. Пестеля это налево, а набережная реки Мойки направо, через 300 метров. А мы пойдем прямо по Фонтанке, как можно дальше. Хочется вообще всю Фонтанку запечатлеть. Я, скорее всего, так и сделаю. Улица Гангутская. Там красивейший соляной переулок есть. Михайловский замок. Насколько я помню, так он называется. Знаю, я эти места неплохо. Вот название замка подзабыл, по-моему, Михайловский. Такого цвета своеобразного, очень красивого. Но по этим камням нужно осторожно ходить. Давно они лежат, некоторые просели. Если можно легко споткнуться, если не смотреть под ноги. Не только я один спотыкался, по имени люди. Интересно, кто-нибудь подскажет, с каких годов вот этот камень здесь лежит? Четырехугольный. Там и Чижик-Пыжик находится. Я в первый раз думал, что это должна быть какая-то огромная скульптура. Все по навигатору иду, не пойму где. Потом пригляделся, в смысле увидел, куда это все люди монетки кидают. А это он и есть, висит над рекой. Поэтому моя камера его не развидит. Налево улица Пестеля, направо набережная реки Мойки. Мы идем прямо и прямо. Правда, жаль, что по мосту нельзя дорогу переходить. Ужасный конфуз. А перед первым посещением Петербурга думал, что здесь как-то иначе все организовано. Здесь большие потоки транспорта. Ничего не поделаешь. Вот так вот красиво здесь льдины плывут. Улица Пестеля. Михайловский замок. Да, просто так здесь не перейдешь по-быстрому.
Давно я не видел, как льдины по реке плавают. Я не из Питера. У нас в городе река далеко от меня. И вообще не думаю, что там такие движения большие. Река у нас маленькая. Я думал, везде весна самое лучшее время. Летом жарко, жарковато даже в Питере. Ну, это лично для меня. Вот по моим предпочтениям, по вкусу. Самое лучшее время везде чуть позже, когда...